Смотри, шестой номер уже поехал. На четвертом фотокопия. Бег ведет Каравайка, на втором месте Белфаст. Сбалила фотокопия. На третьем месте Замок. На четвертом месте Бурмистер. На пятом привет. Бег ведет Каравайка, на втором месте Белфаст. На третьем месте Замок. На четвертый Бурмистер, на пятом месте привет. Четверть пройдена за 37,5 секунды. Впереди Каравайка, на втором месте Белфаст. На третьем месте Бурмистер. На третьем месте Замок, на четвертом Бурмистер. На пятом месте привет. Каравайка, на втором месте Белфаст, на второе место выходит Замок, на третьем месте Белфаст, на четвертом месте Бурмистер, на пятом привет. Четверть пройдена за 38,5 секунды. Бег ведет Каравайка, на втором месте Замок, на третьем месте Бурмистер. На четвертом Белфаст, на пятом месте привет. Лидирует Каравайка, сбалила Каравайка, на первое место вышел Замок. На втором месте Каравайка, на третьем месте Бурмистер. На четвертом Белфаст, на пятом привет. Четверть пройдена за 38,2 секунды. Впереди Замок, на втором месте Каравайка, на третьем месте Бурмистер, тут же Белфаст. Бег идет Замок, на втором месте Каравайка, на третьем месте Бурмистер, на четвертом Белфаст. Сбоил Замок, на первое место вышла Каравайка. На втором месте. На ровном месте все поменялось. Все поменялось. И впереди Каравайка. Котел. Перед трибунами победитель приза в честь Дня пограничника. Мастер-наездник Игорь Киселев. На кобыле Каравайка. Каравайка принадлежит Сергею Мешкову, рождена у Александра Казакова. Еще раз всем огромный привет, дамы и господа, друзья, мы приветствуем нашего победителя, он перед трибунами, ваши аплодисменты. Ну и на нашей сцене уже находится Наталья, представитель Мария, извините. Мария, представитель приза внучка. Мария, расскажите. Вы верили в нее? Мы всегда верим в наши впечатления. Смотрите, мы наездник, он идет счастливый. Вышли вторым, третьим, правильно? Нет, только в конце иди, да. И вот здесь вам повезло, но все-таки мне казалось, что вы уже выиграли. Тихо. Ну, не совсем. А что? Случай. Случай? То есть, знакомый, как же он ушел, впереди сбился, это просто повезло. Но издалека все-таки видел, что вы уже добирали. Самое главное, после того, как я общался, я узнал, что
на руку, молодые могут сбиться, все что угодно может быть. Действительно это так? Как это получилось? Ну, ваша карьера. Отсбилась, да, но друзья мои, поздравим победителя. Пожалуйста. Друзья мои, на нашей сцене еще находится герой России Александр. С Александром мы здесь пересекаемся уже, я второй раз. Вы здесь уже не второй раз. Но вам нравится сюда прийти? Да, мне очень нравится. Красивая победа.